20 января в республике был запущен и проведен опрос о переводе Чувашии в третью часовую зону. Участникам было предложено 4 варианта ответа – «за», «против», «мне все равно» и «верните сезонный перевод часов». Всего в опросе приняли участие 22 395 человек. Более 45% жителей Чувашии, которые приняли участие в опросе, высказались против перемен. В итоге 45% респондентов сказали, что они против изменения часового пояса, 37% поддержали идею. За возвращение сезонного перевода часов выступили около 13% и около 5% заявили, что этот вопрос их не интересует. Вопрос о переводе Чувашии в третью часовую зону «Московское время плюс один час» подняли на встрече депутатов Госсовета Республики с главой региона. Депутаты сообщили, что с такой просьбой регулярно выступают сельские жители, считающие, что это позволит им ежедневно продлять полевые работы. Теперь смену часового пояса планируется обсудить в формате парламентских слушаний.